Парк на берегу Ворсклы, Петровская круча – важное общественное пространство, место, хранящее в себе вековую историю, дождалось своего достойного благоустройства. Петровская круча изменилась до неузнаваемости. Здесь теперь не только комфортные пешие дорожки, ее украшают новые зеленые насаждения, малые архитектурные формы и арт-объекты. Не зря проект стал победителем во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических местах. Кроме того, рекреационную зону планируют расширить, приведя в порядок еще и прилегающую рощу. Местные жители и без этого уже довольны. Просто шикарный парк стал. И цветы, и такие места для фотографирования, для молодежи. Просто красота. Обновили в муниципальном центре и детский сад, который в мае этого года попал под обстрел ВСУ. Были пробиты крыши и перекрытия второго этажа. Повреждения уже восстановили, осталась чистовая отделка. Катастрофических повреждений нет, да, поэтому все восстанавливаем. Я предлагаю, чтобы вот к нам к 1 декабря, самый последний срок, да, чтобы нам полностью... Хорошо, принимайте. Деньги на это есть. Следующей точкой рабочей поездки главы региона стал полигон отходов ТБО. Здесь проводят его рекультивацию в рамках федерального проекта «Чистая страна». Сейчас работы в активной фазе. Вывезли уже более 55 тысяч тонн мусора. Закончить планируют в конце октября. Финальным этапом станет высадка березовой рощи на месте старой свалки. Мы сейчас делаем выемку грунта с котлована для того, чтобы засыпать его песком, потом грунт. И после этого будет укладка экомата, и высажено будет 675 штучек берез. Техника работает, все в полном объеме. Вон на полигон Карачанский только 15 машин, большой груз завозит. А вот основные работы над социально-культурным центром в селе Новостроевка Первая завершены. В комплексе совместят здание местной администрации, школу на 60 мест и детскую подготовительную группу на 25 ребят. Благоустраивают и прилегающую территорию. Турники у нас до 6 декабря вот в том месте все будут. Также Вячеслав Гладков побывал в гостях у Галины Умеренковой. Жительница села Головчино весной этого года заключила соцконтракт, чтобы открыть свое дело. Любит плести изделия из ротанга. На полученные 350 тысяч женщина закупила инструменты, каркасы и материал. То есть вас соцзащитные встретили хорошо, помогли? Да, очень. Очень быстро помогли. Получила. Я, получается, в начале марта только подала документы, и к 23 марта я уже даже получила деньги на карточку. Теперь Галина создает оригинальные предметы быта, мебель и просто занимается увлекательным делом прямо у себя дома. Сергей Черкашин, Денис Копач. Такой день на Мире Белогорья.